заседание является ответом, слушается административный иск Левушкина, судебному приставу Дахину, начальник Челского РОС, Неклеца, о признании незаконными действиями. Приглашались в сторону, административный истец Левушкина здесь, приставы извещались, не явились. Дело рассматривает судья Торбица и секретаря Зайцева. Произведите опрос состава суда, если есть основания для этого предусмотренной кассы. Доверяете рассмотреть? Да, доверяю, поскольку даже хочу разъяснить, почему. Пожалуйста. Потому что вы не запрещаете вести видеозапись судебного заседания, значит, закон о противодействии коррупции и закон об доступности информации Конституции, то есть вы соблюдаете. Вот. И второе, о том, что вы тут не вызвали сразу приставов, которые бы сейчас нагнетали и угнетали обстановку. Поэтому мое да, состояние вот, пока, к вам доверительное. Хорошо. Ладно, отводов, самоотводов не заявлено, но видеосъемку я вам не запрещаю вести, поскольку у нас вы здесь фактически присутствуете одна сторона. Мнение ответчиков на предмет осуществления видеосъемки спросить не у кого, а я не против, снимать не здоровье. Так, разъясняя права, вы являетесь административным истцом, соответственно, вправе ознакомиться с представленными другой стороной доказательствами до начала судебного разбирательства, давать объяснения, отказаться от дачи объяснений, заявлять ходатайство отвода. По распределению времени доказывания вы доказываете обстоятельства, на которые ссылаетесь самостоятельно. При невозможности это сделать, правильно заявлять ходатайство от оказания содействия в сборе представления тех или иных доказательств. Но с учетом того, что у нас оспаривается действие должностных лиц, службы судебных приставов, то на вас возлагается обязанность представить доказательство того, что оспаримые действия нарушают ваши права и законные интересы, если будут сроки для обращения в суд. А на ответчика возлагается обязанность представить доказательство того, что оспариваемое решение действия или бездействия не нарушает ваших прав, имеется полномочия на принятие того или иного действия или бездействия, осуществления решения, что на процедуру применяете, что оспариваемое действие или бездействие не нарушает нормативную правоохранительную, регулирующую спорные правоотношения. Право понятно? Нет. Пожалуйста. Вот хочу разъяснить первое. Вы говорите, чтобы если присутствовали ответчики, а они являются у нас госорганом, то бы вы стали спрашивать их мнение. Мне бы хотелось, чтобы вы мне разъяснили норму закона, на основании чего в судебном заседании спрашивается мнение госорганов. На основании того, что все ходатайства разрешаются с учетом мнения участников судебного разбирательства. Ваше право вести видеосъемку в судебном заседании, оно не безгранично, оно ограничивается дачей иного разрешения. Поэтому вы снимаете не потому, что вы хотите, или у вас есть на это право, потому что я вам разрешаю с учетом того, что не возникли возражения другой стороны. То есть тоже правильно хочу, чтобы это было. Ну вот, как раз прошу вас разъяснить мне норму закона, по какой бы вы мне могли запретить вести видеозапись заседания. В случае, если бы другая сторона возражала, я бы с этим согласен. То есть, если бы сторона госорган, они бы возражали, то бы вы запретили, то бы вы выбрали сторону ответчиков. Передергивайте. Я бы разрешил это ходатайство с учетом мнения сторон. Это две большие разницы. Ну вот и хорошо. Я говорю, если вторая сторона, госорганы запрещали бы... Неизвестно, какое было бы у них мнение. Может, они тоже согласились. Нет, подождите, мне нужно знать, у нас есть норма закона. То есть правильно я сейчас понимаю, данное судебное... Да, данное судебное заседание будет сейчас вестись от вашего желания. Вы имеете в виду что? Но... Ведение судебного заседания или ведение видеосъемки? Ведение судебного заседания, если уже... Вы же сейчас говорите про съемку. Ну вы же бы мне разъяснили, да, о том, что да, от вашего желания бы зависело, запретили бы мне или нет. Нет, это зависело бы не от моего желания, а от учета мнения сторон, поскольку это ходатайство обсуждалось бы с явившимися сюда представителями ответчиков. Да, но у нас представители ответчики это госорганы. Но это госорганы. Судить с ними ходатайство о разрешении либо запрете вам вести видеосъемку судебного, открытого судебного заседания, мне не с кем. А подождите, норму закона можно, чтобы с госорганами? Это госорганы вообще это не имеют права запрещать мне вести видеозапись. Читайте кодекс административного судопроизводства, и там написано, что все ходатайства сторон обсуждаются с учетом мнения сторон.
Да, в том случае, если это не госорганы. Нет такого. А, хорошо. Тогда скажите, аудио протоколирование ведется? Да, и видеозапись ведется? А почему? Ну, потому что у нас по кассу предусмотрено только аудиопротоколирование. И видеосъемки, здесь технические возможности. Нет, вот она есть. Это не видеосъемки. А что это? Это для безопасности участников судебного А, то есть, если будет какая-то опасность судебного... нет, если мне тоже разъяснить, то она... Да. То кто эту видеозапись будет предоставлять? Не знаю, не я. А, не вы. Обратитесь на соответствующим заявлением, вам может быть ее. Угу. Но если так, то они обязаны предоставить видеозапись. Ага. Видеосъем с разрешением суда. Поэтому никогда запрещать нет оснований? Я не запретил, я вам разрешил, а мы, если будем выяснять эти моменты, не примемся. Пока на данном моменте, да, не вы мне разъяснили, да. Да, не сразу угу. Понятно, тогда если какие-то у вас ходатайства есть, будем да, решать. Да, есть.